Жень, перестань, а? Ну почему? Жень, что случилось? Вот чего ты нервничаешь? Ты розумієш, Лен, Юрій Миколаївич пообіцяв дістати квитки на матч Україна-Швеція, і щось його довго нема. Боже мой, нашел из-за чего переживать. Вернется твой Юрій Миколаївич, никуда не денется. Угу. Я б на тебе подивився, Лен, якби ти дала 1000 євро п'ющому актору, який останній раз зарплату бачив ще за часів Шекспіра. Ха-ха-ха. Действительно, есть о чем беспокоиться. Я не удивлюсь, если Юрий Николаевич стал совладельцем винного отдела у нас в гастрономе. Сколько ты сказал? 1000 євро? А где ты их взял? А что, у человека не может быть заначки, чи что? Может. Конечно, может, ну... Женечка. Но мне почему-то кажется, что ты взял их из моей. А, так то твоя была. Слухай, а гроши один в один, как у меня. Вибач, я перепутал. А вот голову зачем было отрывать? Так а как же без этого? Воно ж и... Вот воно что. А я думаю, что за хитрючий механизм? Евгений! Есть, есть, вот они, заветные билетики, вот они! Оле, 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 оле! Украина вперед, чемпион! Дайте хоть посмотрю, за что мою игрушку покалечили. Так, интересно. Ух ты! 10 июня, 20:45, Ирландия, Хорватия, Ирландия. Город Гданьск. Кто-кто, ты сказала? Где вы сказали? Ирландия, Хорватия, Гданьск. То есть в Польше. То есть не в Украине. То есть вы, как всегда, облажались. А понимаете, Евгений, дело в том, что... Нет, вы подождите, вы не надо так горячо... Евгений, ну что вы на меня напираете? Ты мой косарь, хорваты, ирландцы. Евгений, успокойтесь, успокойтесь просто. Да вот хватит. Ты вытратив штуку евро на квитки? Да. На матч, який відбудеться в Гданьску? Евгений, вы поймите, это недоразумение. Просто недоразумение. Недоразумение? Да. Недоразумение? Ты... Взагалі таке місто існує? Гданьск? Чи може це як телемілітрянки, Юрій Миколаївич? Евгений, ну я клянусь вам, ну это просто чистой воды случайность. Человек, который доставал мне билеты, еще ни разу, Евгений, меня не подводил. Понимаете? Цікаво. И сколько же разів до цього вы с ним співпрацювали? Я же говорю, ни разу. Это первый. Ни разу, это первый. Послушайте, мальчики, вы не могли бы ссориться в другую сторону, а то у меня уже голова кружится. Знаете что? Что? Куда мы денем эти квитки? На матч. Я не знаю, можно продать тоже, Евгений, тоже. Вот ваша... И кому же вы продасте квитки на матч таких грандів, как Ирландия и Хорватия? Да кому угодно. Ну да, действительно, разве что слепому. А можно вообще продать тому, ну вот, кого не жалко, вы понимаете? А це идея, слухайте. Вот. Лен, успокоились. А ты не хочешь за какую-то там штуку евро... Поехать с мамой в Гданьск. Нет, спасибо, любимый. В Гданьск нет. Но за 1000 евро, за мою 1000 евро, я с удовольствием посажу кое-кого под домашний арест. Или перестану кормить. Или, ну, как вариант, вообще выгоню из дома. Хотели попасть на матч Украины, а попали на штуку евро. Ну, хватит уже. А это все, мальчики, потому что вы все делаете не тем местом, как говорится. Почему нельзя было просто попросить